Радищевский музей отметил день рождения открытием картинной галереи. Новая площадка для экспозиций после реставрации появилась в Энгельсе. Галерею по праву можно назвать одним из самых красивых зданий. Первым украшением учреждения стала выставка детских работ. Ее презентовали под музыку живого оркестра. Список почетных гостей музея возглавил губернатор Валерий Радаев. К нему присоединилась и наша съемочная группа. Отремонтированный фасад еще не увенчан яркой вывеской, но многим жителям Энгельса уже известно предназначение этого здания. Старинный особняк в центре города, теперь картинная галерея, филиал музея имени Радищева. Двухэтажное здание – жемчужина дореволюционного Покровска. Оно было построено более 100 лет назад и вошло в комплекс зданий городской усадьбы Николая Алексеевича Ухина, предпринимателя, мецената, почетного гражданина Покровска. В советские годы здесь размещались административные структуры города. За десятилетия от первозданной роскоши ничего не осталось. Была угроза потерять культурный памятник бесследно. Но вовремя подключился внук первого владельца дома, народный художник СССР Андрей Андреевич Мыльников. И он перед городом, тогда перед властью, поставил неким условием, что я передам свою коллекцию при условии, если вот этот родовой дом будет отдан под картинную галерею. И это осуществилось. Дом передали работникам культуры. В 2009 году приступили к реставрации объекта. По словам строителей, восстанавливать здание пришлось полностью. Капитально была отремонтирована кровля, перекрытие стены, провели водоснабжение, канализацию. Но чтобы здание могло простоять еще столько же лет, пришлось укреплять фундамент. За время работы на объекте строители и сами прониклись исторической важностью особняка. Когда рыли, нашли здесь старую канализацию, деревянную. То есть изначально Ухина построили канализацию, а вот при советской власти от нее избавились. Уровень старый нашли, когда строили те строители еще. Старый строитель. Да, качественный дубовый уровень, который, пролежав там больше 100 лет, остался целым. Совсем скоро здесь развернут постоянную экспозицию «Отечественное искусство 20-21 веков» из фондов Радищевского музея. Осмотрев помещение, губернатор отметил, здание проектировали так, чтобы оно было пригодно не только для раритетных экспонатов, но и для работ дебютантов. Вот здесь будет как раз студия работ по нескольким видам. Я думаю, как раз уже все к этому идет. И мы договорились сегодня подставить плечо для того, чтобы более быстрыми темпами оснастить ее, чтобы она заработала как можно быстрее. Это очень важно. Вот это очень важно. Поэтому следующие мыльники как раз будут готовиться здесь. Уже совсем скоро все выставочные залы наполнятся работами, а вместе с ними и сотнями посетителей, жителей и гостей региона, неравнодушных к живописи. Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов, 24.